Компания Colmar подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению хозяйственной деятельности людскими ресурсами. Сотрудничество будет осуществляться по таким направлениям, как информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий по привлечению работников, выполнение научных исследований и экспериментальных разработок в сфере развития человеческого капитала и управления трудовыми ресурсами, внедрение передовых практик в систему дополнительного профессионального образования и многое другое. Цель соглашения со стороны агентства – помочь в выстраивании кадровой политики и всех вопросов, связанных с кадрами, содействие в привлечении и закреплении персонала. Агентство будет ориентироваться как на местных жителей, так и представителей других регионов Дальнего Востока и европейской части страны. Договор бессрочный и будет действовать на протяжении всего времени, пока у компании Colmar будет сохраняться в нем потребность.